сосудки до дождя, Петин кот всегда чихает. Сегодня кот чихнул, завтра будет дождь, подумал Петя. Прав ли он? Нет! Да? Верно, потому что сначала задача сказана, что он чихает перед, за сутки, перед дождем. Итак, ребят, послушайте внимательно, здесь важно увидеться. За сутки до дождя Петин кот всегда чихает. Сегодня кот чихнул. Завтра будет дождь, подумал Петя. Прав ли он, да? Там написано, что Петин кот чихает за сутки до дождя. А тут написано, что он один раз чихнул. Это, то есть, мы не можем понять, будет правда Петин или неправда. Нет, ну чихает, нет, это такая сложная операция, потому что он несколько раз чихнул. Это как раз там уже не важно, сколько раз он там чихнул. Да. Петин кот предсказывает дождь в том смысле, что если дождик будет, то он обязательно чихнет. То, что вы сейчас с трудом разбираетесь, видите, вот она неправильно решила, он правильно решил, означает вещь, что к этому надо должен привыкать. К смыслу понятия следует. Если у меня есть 1000 рублей, то я могу купить бутылочку воды. Если есть деньги, то я могу купить бутылочку. Из этого вовсе абсолютно не следует, что я обязан бежать ее покупать. Понятно, да? Я могу, это не значит, что я это обязательно сделаю. Знак следует имеет вот такой смысл. Из того, что завтра будет дождь, вот это вот утверждение, завтра дождь. Из этого следует, что Петя чихает. Но важно понимать, что из лжи истина все равно следует. Задача ровно об этом. Пусть там на примере дождика и кота, но задача в точности вот об этой единичке. Из лжи истина следует. То есть, если кот просто так чихнет, то утверждение совершенно не нарушено. Перед дождем всегда чихает. Нормально? Перед дождем всегда чихает. Отлично.